утром выпускаю голубок. Так, второй пить не мог. Оказывается, он с детства был-то, пить не мог. И есть учился, а рот не раскрывался. Так он, говорится, отошел. Нету. А теперь этого, которого мороженого достал, все тут я в кастрюльке, там в банке нагревал, грел. А вчера пошел в церковь-то и подложил под эту. Они оказались почти одинаковые. Посмотри. Я сейчас глянул, когда утром-то. А они вон там голуби сбились. Туда опусти, вон они где. Почему же их там нет? Так лежу, а вон они лежат. Они примерно одинаковые. Вон, видно, нет? Да, видно. Вон они, слепыши лежат. И вот этот, который побольше, вот это самый кот, отошел, какой сухонький. Они его приняли. Все. Слава Богу. Да, приняли. Слава Богу. Ну, сейчас они выйдут гулять. Здесь все на этом. Маленький кадр, больше нет. И главное, в Америке сейчас разговаривал. Лидия Муранова интересуется. Я говорю, не смотрел еще. Но слава Богу. Значит, этот мороженый к жизни вернулся, можно сказать. Мы его кормили через пипетки разные. Потом я в рот брал и изо рта он брал. Тут изо рта я языком нащупал клюв, он раскрывался, я ему проталкивал. Интересно, конечно. Скажут, не гигиена. Голубеводы знают, ничего из этого не будет. Все, сейчас они будут вылазить. Трогать их не буду, задевать. Они лежат плотно друг к другу, греют друг друга. И они там не замерзнут. Там температура хорошая. Это они закрытые плотно. Ну и все на этом. Я больше ничего не буду делать. Я сейчас сяду здесь, обрабатывать информацию. Вот они. Так, подойди-ка сюда, отсюда видать. Второго видать. Это она, первым делом. Я специально насыпаю туда... Вот у меня кружка с семечками. Даю им. Сейчас она прилетят. Не шевелись сильно. Вот они. Чтобы она туда залетала. Вот она пошла. Ей надо двоих кормить. Вот смотри, как он. Я сейчас опущу шторку, иначе он туда залетит. И на плиту, если сядет, вот она шторка. Из тюли. И она с этими баклушками пришитыми. Вот сюда, вот сядь рядом, отсюда снимай со стула, тебе удобнее будет. Не надо там не вариться. А, давай. Посмотрим. Сегодня у нас 25 марта 2019 года. Вот они где. Это вот голубенок с первого выводка. Там двое. Этот второй, который был белый, сошел с дистанции. Совершенно полностью перестал пить. У него какая-то непроходимость или что, была неизвестна. А это ходит везде, семечки выбирает. Сильно любят семечки. Вот она. Этому ничего. Он глядит на нее. Да мало того, еще они бьют его, голубенка этого. А тот с той стороны все семечки собрали. А этому ничего нету. Все. А этот все крылышки свои пробует. Еще не летает, но набирает пока. Да, утром я выставил, опять все расстелил, бумагу эту. Вот подо мной этот как ткань такая диванная, диваны обшивают. Ну и все на этом. Тарелку это я ему второй этаж оставляю, между вот куда залетают, перекрываю. Ага. Вот надо. Свет подключить. Ну, подожду еще раз, посмотрю, как они там. Вот он куда. Это отец их. А это малышок под ногами. Вот так. Вот они лежат. Глазки открывают уже, глаза.
Вот они. Тот, который подальше, это именно второй. Они уже накормили его. Только тот никак кукушонок не выбросил его. Выбрасывать-то некогда. Все, у него в зубе там есть. Это тоже. Этот родной их, а этот подсаженный второй. Вот сейчас все буду за ним убирать. Тут они уже оправились. Как залетят туда, так начинается уборка. Вот они лежат. Двое. Вода залита. Все на этом конец. Ну, вплотную подошли к ширме этой из тюля. А вот он подошел к ней. Еще она там клюет. Еще там нашли. И он тоже клюет, хотя там ничего и не видать. Но не любят, где глина какая откололась, а что. Торопится. Скорее, скорее, скорее. И сейчас она к ним полетит. Пшеница здесь. Горох лущеный. А тот там я везде насыпал. Вот это. А этот здесь остался. Детище их. Что тут клюет? Там еще нету. Какая-то бумажка торчит он. Что-то такое там. Может быть, как раз пыль. Это Володина библиотека тут. Ну и все на этом. Все. Вот такая железная или чугунная. Не чугунная, дюраль с чем-то тяжелая. Не опрокинуть ничего нельзя. Это тарелочка вот эта-то. Ну, они еще ступают ногами, переворачивают. И вот он прибежал. И боится их родители. Они его бьют, гонят от себя. Чтобы он ни на что не надеялся. Он тоже. Видишь, вот она раз его по голове клюнула. За что? Это дети ее. Он пытается рядом с матерью. С матерью есть. И она на него смотрит, как на чужого. Видишь, он пятится. Как клюют больно. Я хочу показать, как, когда он залетит, сниму еще, как он дерется. Ой, боязливый, боязливый. Но там вот себя, это пространство намертво защищает. Вот этот вот, чернохвостый. Он коричневый хвост. Вот он пришел. Обязательно своего дитя он долбанет, чтобы он ушел. А он говорит и оглядывается. Клюет и оглядывается, что они могут ударить. Вон она. Видишь, как она его расклюнула. Вот за что? А он теперь опасается подойти. Он думает, ну что это такое? Но у него это уже записано, так и должно быть. И он со своими детьми также будет поступать. Как только начали оперять, он не летать ничего не может, уже выгнали из дому. Видишь? Она прям сразу раз его долбнула, и все. Ни за что. Дубоносы, это другая порода, здесь перемешаны породы разные. Ну-ну-ну. Ее нельзя отогнать. Вот она все. Сейчас полетит кверху к детям своим. Один у ней приемный. Синоптики. Какую погоду, говорят, дадут. Пошла. Ей кормить надо детей маленьких. Я не знаю, он должен кормить тех. А этот один остался. Самостоятельно ест все как надо. Это не пришлось через пипетку кормить ни разу. А у того были свои вопросы. Он сам не мог глотать, клевать. Клюет, ударяет, а рот не раздевает. И ничего нет. И все время тренируется. Все.